Сотрудниками полиции Владикавказа пресечено противоправное поведение граждан. 29 мая около 21 часа в районе Гизельского шоссе водитель автомашины «Мерседес» не выполнил требования сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы ОМВД России по городу Владикавказу об остановке. Увеличил скорость и, создавая угрозу для безопасности окружающих, попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследование нарушителя, и в одном из дворов на улице Весеннем транспортное средство было заблокировано. В автомобиле, помимо водителя с явными признаками алкогольного опьянения, находилась женщина-пассажир, которая стала вести себя агрессивно и вместе с людьми, вышедшими во двор дома, попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских. С целью пресечения противоправных действий агрессивно настроенных граждан правоохранителями были произведены предупредительные выстрелы в воздух. Водитель транспортного средства и его пассажирка задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Личности задержанных установлены. Все они жители Владикавказа 1981 и 1989 годов рождения. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за невыполнение законных требований сотрудника полиции и мелкое хулиганство. За невыполнение законному распоряжению сотрудника полиции составлен административный протокол и в отношении гражданки. Также собран материал, который будет направлен следственным органам для принятия решения о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».